Ребятушки, а вы помните Гровера Третьего? Его еще в школе травили, а потом он создал империю, а после одной рукой он побил кофе, а другой сжег всю галактику, ибо ненавидел астрономию. Ах, добрые были времена, не то что сейчас. Все земли продали, начали строить демократию, права пони важны. Развели ксенофилов, и тебе радуются. А наши генералы это либо Нарики, либо Аташе, которые тоже кайфуют. А про императора я вообще молчу. Да это же вылитая бабка, которая смотрит аниме и вечно в депрессии. Хотя бы он фигню не делает. Он погиб, упав со стула, да еще умудрился выпустить газы. Теперь у нас не столица, а типичный Саратов. А бонусы мы потеряли всех вассалов. Великолепные новости. Стул съел императора и начал строить свой империум. Да и угадаю, дальше будут чистки под все население. Классика. Но самое страшное не это, они заменили всех генералов. Фиг ли вы вырядились как клоуны. Теперь империя это один большой цирк. Так что у меня в холодильнике есть. Наконец-то ты пришел, дружочки, я тебя ждал. Да это же легендарный Фердинанд. Тот самый чел, который вначале объявляет войну всему миру, а потом думает. Он в одиночку захватил целую страну, накормил народ, а также построил забор. И все это за 3 минуты. Правда, мы теперь выплачиваем кредит, но это потом. Сейчас самая главная цель — уничтожить империю. Я рестила империю могила. Но для начала нам нужно создать экономику. И наш сосед идеально подходит. Тут одни горы, нету промышленности, а население нас ненавидит. Эта битва будет легендарна. Стоп, они сдались. Меня победу скоммуниздили. Поэтому было решено двигаться на юг. В одной из битв было испытано чудо оружие под названием танк. Правда, что-то пошло не так, но несмотря на это, мы смогли победить. В это же время мы сделали награды в честь ереси. А еще мы нашли современное вооружение. Как говорится, не скоммуниздили, а мардал. Эй, у вас закончено снабжение, найди лошадей, которые будут таскать за вас наряды. И не переживай, их покорение будет выглядеть как-то так. Теперь у нас есть все ресурсы для войны с Империум, но давайте попробуем договориться. Они получат Юг Грифонии, а мы всю вселенную. Но посол Империи начал показывать свои ЧСВшность. Мы показали их место. После они начали нам угрожать, и мы были вынуждены прекратить переговоры. Вот так начался Великий Поход, и враг в ужасе убегал от нашей Великой Армии. А с помощью тактики захода в тыл нам удалось уничтожить их армию. В отчаянии они даже пустили танки в горы, но это их не спасло. И вот после взятия их столицы Империум победоносно пал. Что за неуважение, встань, когда с тобой разговаривают. Ты шо, ебабо? Что ж, Империум уничтожен, да здравствует Империум! Дальше мы сражались с Фонями, объединили Грифонию, потом снова сразились с Фонями, и вот такой результат. Но при этом все еще не выплатили кредит. А что вы ожидали? Какая обнова, такой и ролик?